На самом деле мы поем духовные песни, которые подходят к нашей душе. Духовные песни помогают быть счастливым всем. Это духовные песни. И трансцендентный звук есть. Есть когда есть духовная песня, там есть трансцендентные звуки, которые подходят к нашей душе. И поэтому мы можем петь день за днем, ночь за ночью и не устаем, потому что это духовная песня. Мы сейчас уже уходим. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Bye.